Всем привет! Сегодня с вами мы подъехали на реку Вилья. Вилья. Недалеко от деревни Вязан. Сижу так километра 2-3 выше фермы. Я думаю, все знаете. Большинство, по крайней мере. Там очень много людей. Единственное место, ну, как бы отъехал дальше от народа. Походил, поспрашивал, все равно их не клюет. Люди ночью, оказывается, сидели с фонариками, без разницы им, что запрет. Так, уже как бы я ловлю, чтобы вы понимали, где-то часик. Сейчас начинается дождь, поэтому, наверное, у нас сегодня видео будет из-под зонта. Синоптики обещают целый день, а как оно будет, непонятно. Так, давайте, ребята, по закорму и о тактике расскажем. Корм светлый, замешал я с вечера, чтобы был неактивный, так как в прошлом году очень много было уклейки здесь. Поэтому замешал светлый, возможно, светлый и с вечера, чтобы он был неактивный, чтобы отсечь по максимуму уклейку, чтобы убрать пыльные, чтобы не пылило, короче, прикормка. Корм замешал желтый, как видите, лишь корица. Не знаю, мне она почему-то понравилась. Большинству не нравится. Взял кукурузки на подрезку, опарыша, насадочную опарыш. Поводки поставил диаметр 0,1 длина на 12 крючку, 70 сантиметров. Там посмотрим уже в процессе, может, что подкорректируем. Или маленько взял 250 грамм. Промерился. Ловлю на дальней броке внизу. Это отсюда от меня получилось 17 метров. Но и думаю, в процессе уже попробовать под траву. Ну, посмотрим, как оно что пойдет. Опа, поклевочка, ребята. Наверное, ей не видно. Посмотрим, если в русле рыбы не будет, то... Опа, есть. Поймал, ребята, платичку, заснять не получилось. Ставлю фотографию. В общем, понятно пока. Будем смотреть, если в русле будет поклевать, будем ловить в русле. Если нет, то перейдем тогда на... Ближе к травке тогда. Тому берегу. По дну здесь как бы основное русло здесь под ногами, а туда уже пошел такой пологий подъем прямо аж по траву. Возле травы там непонятно, не то ракушка, непонятно, в общем, что там. Ну, в общем, как-то так. Если что-то будет еще интересное, такое буду вставлять, показать. Все как всегда, короче. Единственное, что дождь помешает нам сегодня поснимать. Но, возможно, он целый день не будет. Что, ребята, пару часов ловим. Давайте подведем небольшой итог. Рыбалка у нас сегодня в основном с-под зонта. Так как идет дождь, подрезаю опарыша. Кукурузу. Поймал пару плотвичек, пару уклеек. И пока все. Посмотрим, может, что ближе к обеду будет. Не знаю, если будет такой дождь, то долго сидеть не будем. Людей нету. Там ближе к ферме сидели. Сейчас и то нету. Дождем, видно, смыло. Не хотите, неактивная рыба, дождь идет. Вообще не клюет ничего. Ни на что, главное. Уже перепробую все, что можно. Не знаю, сейчас активно режу кукурузу и вырежу опарыша полностью до конца. Посмотрим, может, что прострелит. Ни ближняя точка, ни дальняя. Прыгаю по точкам, а результата пока нету. Смотрите, ребята, кого поймали. Маленький язик или головлик. Плавники красненькие, головлик, наверное. Я думаю, вам не видно, да? На красную пиночку одну. Обалдеть. Красота.
первый в этом сезоне. Есть рыбка. Как-то она хорошо сопротивляется тогда. Вот и она такая. Красавица. Закинем без корма, попробуем. Подрежем опарыш. Так, ну что, ребята, 3 часа дня, как мы видим, закончился дождь, но небо все затянуто, возможно, он еще будет идти, а может и нет. Какая-то припарка непонятная, но рыбка неактивная. Когда шел дождик, мы хоть немножко, но полавливали, а дождь закончился, и все. Одну плотвичку и поймал, вот буквально минут 20 назад, и все на это. Никакого движения нету на точке даже. Непонятно, что происходит с этой рыбой. Я уже поводки по 1,5 метра повязал. Ничего не работает. Кормушка, кстати, 30 грамм. Стоит верно. Так что тут поворот. Самый поворот такой. Возможно, из-за этого, потому что течение останавливается. Но 30 грамм я вот кидаю. Даже ни разу не подкатило. В общем, ничего не работает. Ни подрезка опарыша, ни подрезка кукурузы, ни лиманик, ничего. Такое почувствую, как будто ее здесь нет, она как-то на бегане. Достала одну плотву такую, ну, грамм 60, она пополам перекусана почти. Видно, хищник гоняет. Опа, есть, ребята, есть. Кофе только решил попить, а? На тебе поклевка. Какая-то мелочь. Вот такая вот плотвичка. Не особо и мелкая, но...
и не особо и крупная. Ничего не работает. Попробуем ромки. Сухой. Есть экзотик. Попробуем слегка подпылить. Может, она где ярусе стоит. И не хочет. Непонятно. Что-то есть. Непонятно, что там есть. Рыба. Интересно. Какая-то она сильно шустрая. А вот заплавник, подлещик. Хрена себе поклёво, ребята. Что-то арома сработала или что? Я ничего не понял. Обалдеть, а. Кто там? О! Гросс Гордонс какой. Тихо ты. Ну. Прикольно. Прикольно, я вам скажу. Она где-то радужка видно стоит. Возможно, пыль аромы сухой ее подтянула. Ну, посмотрим. Еще пару кормушек. На пару кормушек есть, как бы насыпано у меня здесь. Есть, ребята, есть, есть, есть. Есть рыбка, ребятка. Обалдеть, а. То не клюет, то одна за одной. Вот и разберитесь, попробуйте. Что ей надо этой рыбе? Интересное кино. Ну что, ребята, 5 часов.
Время собираться домой. Поедем потихоньку, хватит. Скатались, проверили. Рано еще. Тем не менее, немножко подловили. Но зато уже реки просыпаются. Следующие выходные уже можно смело, наверное, подъехать на Березину в разведку. Или куда-нибудь там на Плесу, там рядышком они, той район. Или на Бобр даже. Можно попробовать. Неактивная рыба дрык и кидает, она есть, но по дистанции сегодня лучше всего работала 17 метров, дальняя бровочка нижняя, пробовал там наверху возле травы, и я вам скажу, что там я поймал только две рыбки, и то они очень мелкие, почему оно так, непонятно. По насадке сегодня лучше всего работал один опарыш, два мотылика, либо один опарыш. Красный головля поймал на одного опарыша, красного маленького пинку. Вот. В общем, непонятно. В общем, ничего сегодня не работало. Так, ладно, давайте покажем вам улов. Будем собираться домой, не будем растягивать ваше время. Ну да, садок сортирую рыбу, надо мне, наверное, покупать садок. А то как-то... Совсем. Так, в общем, я думаю, видно будет, да? Ладно. Ну, в общем, вот такой вот улов. Пару плотвичек таких более-менее, ну, как пару десяток, чуть больше. И один такой вот галавличек. Это больше на язепу. Или галава, непонятно. Все, в общем, все. Там.